А вот день просто скипнулся. Круто. День скипнулся. Хорошо, что мы всех похилили перед тем, кто туда лезть. Гриф выжил! Гриф бессмертный. Лара, походу. Лара живая! Ноткин. Ноткин жив. Изи. Сабуров мертв. О, какая потеря. О, нет. Безмолвная травяная невеста, точно. Эй, а мой список ушел? Блин, мой список раскидало. Подожди, почему у меня люди вообще из списка исчезли? Что? Теперь списка нету. Так а что, список был для отвлечения внимания, да? Есть колонка «Город». В опасности. Короче, весь список был джибейтом. Мы уже нашли столько игровых механик, которые день были джибейтами. Все меньше и меньше дней остается тебе. Два. Два дня осталось, бать. В театре маски репетируют новую пантомиму. Это был еще один джибейт. О, господи. Усталость. У меня 5 живых кровей. Из них можно сделать особое лекарство. Кровь для панацеи под землей. Весь город стоит на крови. Но как ее достать? Ай, мы вылезли через колодца. Подождите, там сердце что ли настоящее? Нужно бежать варить вакцину. Да, я понимаю. Интересно, дадут нам... Это карта города, между прочим. Видели, прикольно как сделано было? Вы видели, чат? Короче, я зашел в мысли, кликнул город, и у меня один раз, вот один раз вместо карты, открылся бык такой нарисованный. Прикольно? Нет, этого не было на самом деле, ты спятил. А, просто ты спятил? Ага, понятно. Ну, значит, крыша едет потихоньку. Тоже прикольно. Вот за такие игровые механики я эту игру очень люблю. У него было два сердца. А, интересно. Так, у нас время. Ночь. Лара заражена. Гриф заражен. Ноткин заражен. Ну, в общем, ситуация у нас та же, что была раньше. Яна, Юля, Георгий, пофиг. У нас гриф, Лара, Ноткин, как обычно. В это время гриф, Лара, Ноткин. А, ну типа вот это бык такой, да? Там, где сейчас, и второе, где театр. Ну, театр там пантомима, да? Как мне делать вакцину, как вы думаете? Надо бежать на базу, да? С этим мужиком поговорим. Ай, баг. Окей, баг поймали. Черт. Не разговаривает. Диалог не открывается. Интересно, если я закрою, меня выкинет в самое начало этой фигни или меня сохранило в начале дня?
Как вы думаете, сохранила нас или нет? Потому что у меня... Она посланец закона. Не могу поговорить. Приходит... Сейчас узнаем. Время гибели древних богов. Бой не последнее сохранение. 19-14. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то мне подсказывает, что нас загрузит все-таки в бойнях. До всего вот этого вот. Нам нужно сохраниться. А если мы скипнем диалог с... А, все, сохранение есть. Фух. Хорошо. Окей, тюрьма. Мы урезали этот... проблемы с голодом. Игра стала лучше. И сегодня мы еще починили... Мы еще сегодня починили боевку в игре. Игра сразу стала еще лучше. То есть, если бы с самого начала мы запустили, сразу отремонтировали систему голода, жажды и боевку, то, я думаю, игра еще кайф была бы. Да. Так, боевку починил. Ну, выкрутил на минимум урон врагов и на максимум свой урон. Сразу что? Боевка стала намного лучше. Да. Прям как будто в какую-то нормальную игрушку играешь. По механикам. Ну не смейтесь, ну серьезно. Нормально. Как должно быть. Так, старшина Уюн. Что старшина хочет сказать? Ты вернулся, вижу, ты был внутри. Чего, постарел я, что ли, да? Слушайте, мы действительно... Я все-таки не могу понять. Гаруспик чертов психопат? Простите, Гаруспик. Гаруспик психопат? Он просто... Он просто сходит с ума? Или он реально видел под городом огромное сердце и кровь земли и все остальное, что он там видел. Я не могу понять, где здесь кончается просто съехавшая крыша Гаруспика и начинается реальность. Огромное сердце было реальное, все остальное было трэшем. Никто и не знает, да? Что такое безумие? Риторический вопрос. Что такое реальность? Реальность — это просто импульсы, посылаемые в наш мозг. Что такое реально? Если электрический импульс говорит тебе о том, что ты видишь что-то, если ты касаешься и чувствуешь прикосновение, оно реально или нет? И важно ли, существует ли оно на самом деле? Я видел странные вещи, чувак. Да, Хатангер, мы звери, нам нужна твердая рука. Теперь ты понимаешь, что должен взять власть над нами? Возьми Удей. Погоняй их, как скотину. Кто убил моего отца, кровный? Свои. Кто именно? Скажу тебе, когда буду уверен, что моего народа их есть будущее. Альтернативно, Гаруспик, может быть, в своей шизе распотрошил уборщицу мясокомбината и взял 5 колб с кровью у нее, да. А ему кажется, что он там ритуалы проходил, всю фигню, добыл кровь земли. Типа бойцовский клуб, да? Спойлеры. А на самом деле оказывается, что Гаруспик шизик-маньяк с ножом. Ой-ой-ой-ой-ой.
Путь твоего отца ни к чему хорошему не привел. Не нужно делать из них людей. Зверям нужна другая забота. Ты видишь сам, Ахар, пока мы остаемся животными, нас не берет эта проклятая чума. Матери Бодха угодно простота. Земля не любит слишком высоких. Так, при чем тут зараза, чувак? Твой отец спустил в город песчаную язву. Он нарочно позволил случиться всему, что ты видишь вокруг. Отец бы ее 5 лет назад остановил бы. 5 лет назад он не понял природы песчаной язвы. Не было времени думать. Он был человеком дела, как и ты, Ахар. Все эти 5 лет он думал о том, что случилось. Я думаю, что эти мысли помутили его рассудок. И когда она пришла снова, на этот раз он открыл ей дверь. Зачем ему было так делать? Я слишком прост, чтобы понять его мысли. Он считал, что песчаная чума превратит недолюдей в людей. Не живых людей в живущих людей. Он сказал, такой город, как наш, должен это перенести, чтобы он мог жить и взрослеть. Это называется прививкой. Что он еще сказал? Что ты придешь и доведешь до конца его дела. О, да, конечно, да. Бла-бла-бла-бла-бла. Ты слишком измучен, Духубун. Тебе нужно уснуть, во сне мысли улягутся в твоей голове. А я отправлюсь в Волонго. Там мое место, и твое место тоже когда-нибудь будет там. Окей, да, я не бык. Сталскилл. Нож? А, мне мои вещи вернули. Да. Ничего не понятно. Но сейчас пойдем первым делом в берлогу, потом все остальное. Я не могу пить. Нужно на юг. Нужно сюда. Усталость практически на максимуме, потому что этот замечательный квест по усталости бьет. Нам нужно варить. Нам нужно домой и варить зелье. Все остальное подождет. Да, типа. Усталость почти на фул. И... варить! Сейчас мы окажемся в ситуации, что воды нету. Сейчас мы... Куда я за водой пойду? В какой-нибудь район. Что-нибудь найду. С собой вещей нету, потому что все выложили. Почему врач называет микстурку зельем? Ой, не знаю. Но с воды нету. Еще с людьми. Воды чуть-чуть есть, но она сейчас быстро кончится. То есть если я сейчас возьму обратно наши бутылки пустые с водой. Выберите орган. Так, стоп, а мне еще нужно будет искать, с какой тинктурой приготовить или что? У меня есть 5 живых крови. Кровь? Желтая тинктура. Бонг. Кровь. Оранжевая тинктура. Бонг.
Кровь белая будет через 4 часа. 4 часа варится. Починить мы не починим нету коробки с инструментами. А, окей. Выполнено. Кровь я буду с собой таскать на всякий случай. Мы сейчас ляжем спать, потому что вариантов нету. Надо еще тинктуру сделать, пока мы здесь. Нет, у меня воды нету. Подождите. Да, антибиотики обезболивающие с собой взять. Весь инвентарь обратно перекладывать надо. Нам задали фуловый перст Менху зато. Знаешь что? Взять его в оружку. Так, что мы с собой таскали? Это, вот это все мы с собой таскали. Да, это все было с собой. Рыбу можно съесть смело. Яблоко можно съесть. Так, так. Так. Это сюда. Таблетки сюда. Так, так. Это можно, я думаю, выбросить. Миссия выполнена. Воды набрать перед сном вы правы. Ну, я утолил жажду и все, воды не осталось. Я жажду даже не полностью утолилась. Воды нету. Короче, с водой проблема. Будем искать воду где-то в другом месте. Чего я сделал? Чего я сделаю? Ну все, спим. Усталость уже на фул. Спим 4 часа полностью. Заодно сейчас сварятся тинктуры. Ну и сон, конечно, мы тут посмотрим. Слов нет горла, трудно говорить. Что ты такое? Нет имени. А там тебе имя. Я назову тебя. Хюмхан. Мне нравится Хюмхан. Я назову тебя Серега. Существо из чужих ногтей. Ты существо из глины, из костей. Из глины, из костей. Что я должен узнать? Все уже связано, все едино. Плоть и земля одно. Мы все сделаны из земли. Земля пропитана кровью. По капитам ее создаем Hatcher Hell. Да, я понял. Хамгий хачир хайтел зуил хайове. Земля, нет другого ответа. И не говори, вообще кайф. Поговорили. Хорошо, поговорили. Занимательно. Светло. Во сне тут, по-моему, светло. Чего этот
за штуки такие? Откуда ты появилась? Невесты топтали, черви смешали, помогали земли. Ага, черви? Они черви в земле, делают землю мягче, добрее. Вот в чем их роль. Все замкнуто, круг завершен. Одно перетекает в другое, все движется. Земля живет, создает странное. Круговращение жизненных соков, конечно. Как я не подумал об этом. А сюда мы так и не смогли зайти. А похоже, туда можно было зайти. Просто я не нашел вход. Потому что, видишь, с ними можно поговорить. Эмшен. Не скрипи, я дам тебе горло. Называю тебя Аман. Ты мудрый врач. Эмш, позаботишься обо мне? Что с тобой? Ты принесешь мне смерть, если сделаешь свое дело. Мое дело — излечить песчаную язву. А не болезнь это, а боль, боль земли. Так правильно говорить. То, что зовете песчаной язвой, это лишь свойство земли. Агония, ее крик, голос, медрел. Это ее нервы? Ее от земли не отрезать, значит не отрезать от нас не отрезать. Если вы лечите эту болезнь, вам худо будет? Ты сказал. Что-то я вам не верю. Пуповина останется, но что потечет по ней? Ничего, вы уже большие. Не жалко тебе, мы последние. Да, жалко. Типа, если вылечить чуму, то, наверное, погибнут эти черви и все остальные. Я думаю, что будет беда. Ну, они, типа, часть земли, вся фигня. Борьба магии и технологий. Виктор, привет! О, Виктор. Как там у вас в Канаде дела? Виктор, это наш канадский зритель. Он еще смотрел давно, когда я на Ютубе стримил. Каждый раз заходил. Здоровался с позитивным настроением. Да, я не понимаю, что они говорят. Мы типа дадим людям... Да мы же ищем лекарства от чумы. В смысле... Хотим людям дать защиту от чумы, а не убить тех, кто чуму сделал. О, батя. Сидор. Привет, батя. Здравствуй, сын. Здравствуй, отец. Кажется, ты на меня сердит. Батя. Да коли ты будешь умирать постоянно? Ты чё умер до того, как я приехал? Не мог подождать пару дней? Не, все нормально, бать. Я хотел одного, чтобы ты понял, что здесь произошло, как здесь все устроено, зачем все это было. Батя, мне сказали, что ты был причиной этого мора. Слишком сильно сказано. Тоже лысый. Тут много лысых в этой игре, одобряю. Не одобряю то, что они все злодеи. Ну ладно, так уж и быть. Ты принес в город песчаную язву? Это так. Но зачем? Переживший болезнь получает иммунитет от нее. Наш город вырос в теплице. Это гомункул. Он был не слишком приспособлен к самостоятельной жизни. Нельзя было вечно его поддерживать. Мы с Симоном были стары. Хозяйки умерли. Как он жил бы без нас? Ничего не понимаю. Этот город был плохо связан. Искусственные стежки сшивали его части. Такие разные, такие непохожие. Можно сказать, что мы с Симоном и с хозяйками удерживали их силой. Я разорвал его прежние связи, чтобы ты их сшил заново. Лучше. Потому что ты лучше и умнее, чем я. Ты считаешь, что линия моей судьбы точнее твоей? Я хотел от тебя понимания, а не следования одному из путей, то есть судьбе. Значит, ты сделал это для меня? Конечно, нет. Я сделал это для города. Ему была нужна прививка. Да и вообще, от меня тут ничего не зависело. В смысле?
Я просто перестал вычерпывать море ложкой и вошел в него. И сделал так, что все тоже в него вошли и научились плавать, вместо того, чтобы защищаться от волн песочными стенами. Классическая. Нужно очистить мир огнем. Ну, блин, батя. В итоге батя оказался главным злодеем. Погибшие люди — это не город, по-твоему, бать? Ты хочешь, чтобы просто эти склады остались, да? Домики. Домики. Красивые, классные домики. Я устал работать слегка. Понимаю. Вирус на сегодняшний день уже надоел, все будет хорошо. Я тоже думаю, что все будет хорошо. Мы вот в игре уже почти вылетели, чему. Мы уже вот так вот близки. На удаленной работе успел закончить курсы по фотошопу. О, фотошоп кайф. Хорошая, нужная вещь. Так, ну чего, бать? Че ты еще расскажешь, какое безумие? Городу нужно двигаться дальше, но он не настаивает. Взгляд в прошлое — это любовь, и взгляд в будущее — это любовь. Но они не совместны, и это разбило мне сердце. Ох, о, господи, какой душный батя. Батя, я выбираю прошлое. С чумой, с песочными стенами, вся фигня. Не надо ничего выбирать, сейчас не нужно. Более того, ты все уже выбрал. Твои поступки выбрали твой путь, потому что ими двигала любовь, хотел ты того или нет. А любовь происходила от понимания. Понимание создает связи. Связи — это линии. Линии — это любовь. Что мне делать, отец? Делай, что должен. Делай, что считаешь нужным. Если время еще осталось, постарайся понять как можно больше. Ты не ошибешься. Я уважаю твой выбор. Говорю же, ты лучше меня. Ты соединишь нас в новое и целое. Окей. Сколько мне спать-то надо еще? Блин, я же на 4... Да пошла... Нет. Я с тобой не разговариваю. Клик. Нас вообще не поспало, да? Мы с ней не общаемся. Поругались. Ладно, иди сюда. Подружка Мишки. Все-таки вот это она. Я так и думал, что Мишка с чумой общается. Так и знал. Я в силе. Никто больше не может остановить меня. И ты ничего не сможешь с этим поделать. Я забираю всех. Кого это всех? Коза. Всех, кто был тебе поручен. Всех, кто был тебе дорог. Да, они, знаешь, и сами этого хотели. Не бойся. У детей больше шансов выжить, чем у взрослых. Гораздо больше. Интересно, как у тебя это получится? У меня есть оружие против тебя, йоу. А, у тебя нет никакого оружия, панацея? Что толку от нее в мире, где невозможны вещи, из которых такое делают? Чудеса уходят из этого мира, Бурах. Одно из последних-то я, но до тебя все равно никто не дойдет. Да, чудо. Чума, чудовище и чудеса. Я знаю, где течь, подружка. Ха, свежо предание. Даже дети уже успели сделать лекарство против тебя 5 лет назад, порошочки. Да, ну поищи, может еще остались. Ты только вряд ли найдешь на улицах хоть одного ребенка. За новостями-то не следишь, Соня. Слушай хотя бы те, что я тебе домой приношу, как верная почта. За какими новостями? Генерал Блок приказал эвакуировать из города всех детей и подростков.
Башню выселили, их погрузили в вагоны и увезли, пока ты считал ворон. Остались единицы, включая твоих, которые теперь уже не твои уже, а мои, конечно. Теперь город, в котором правили дети, стал городом без детей. Не правда ли символично? О, да. Да. Нет уж, иди в баню. Все заразились, типа. Ноткин выжил. Естественно, что мы зря, что ли? Пичка заразился. Виктория автоматически заражается. Тая автоматически. Очень интересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, так подожди, все мои дети кровь. Их перенесли всех в кровь. Автоматом, да. Прикольно. 3, 4, 5, 6. Подожди, их шестеро было? А, ну мы еще Лару и Грифа спасали. Потому что, да. Их надо лечить. Что мы тут сварили? Окей, панацея. Лекарство от песочной язвы. Без побочных эффектов. Панацея сработала. Получилось. Но ее получилось, получится 5. Потому что одну бутылку мы выпили, блин. Могло быть 6, кстати. Панацеи могло быть 6. Должно было быть 6. Окей, надо варить еще. Из белой. И любой другой. Это будет 4. Могло быть 6, да. Как уберечься от заражения? Ты же доктор. Должен знать. Я для тебя плохие новости, спичка. Тебе очень плохие новости. Уберечься от заражения. Да. Как уберечься от заражения? Ты же доктор. Должен знать. Монкаэс. Мишка заходила, мешок трав принесла, наверное, на венок собирала. Да только уж какие-то теперь венки поминальные, разве что. Погребальные, поминальные свечки. Плохи мои дела, глаза горят, будто в пекло смотрят. Давай прощаться, что ли? О чем мы прощаться собираемся? У меня там панацеи всякие есть. Страдает. Страдает спичка героически. Проблема в том, что у меня здесь еще, чтобы настои приготовились, нужно по 4 часа на каждую партию.
Время 7 утра. Забрала всех подопечных, тащит в смерть. Так. Раз, два, три, четыре. Давайте, дайте мне еще раз подумать. Спичка у меня здесь. Капелла сидит у Влада. Хан, я не знаю где. Гори синим пламенем. Окей, план. Панацея, 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 панацея. Хан, прости, брат, но не панацея. А чего там под руку попадется? Хана будем по старинке микстурами. Что я думаю, не прокатит. Я предполагаю, что лечение микстурами не сработает вот именно с этим заражением. Я думаю, что здесь будет автокил, если не даешь панацею на всех детях. А Лару подручными средствами, ну, по старинке будем лечить. Я думаю, что чума будет делать автокилл всем детям. То есть я думаю, что Хан гарантированно помрет. Но мы его с ним один раз разговаривали. Панацею восьмому? Типа городу? Как... Одну панацею оставить как доказательство? Инквизиции. Но мы все равно не успеем все панацеи раздать. Я думаю, что мы начнем... Лишь бы башню нашу не тронули. Как вы думаете, лучше сделать? У нас есть 5 панацей. Было бы 6, если бы не чей-то мисплей. Мы успеем сварить. У нас две уже сварены, еще две варятся. Я успею сварить все. Мне сейчас нужна вода и тинктуры. Вот что мне еще нужно. Нужна вода и тинктуры. Окей, у нас есть задача. У нас есть миссия. Вода, тинктуры. Идем за водой. Налево. День 10, в который чума перестает играть в поддавки. У нас сейчас время, я думаю, будет лететь супер быстро. Здесь воды, по-моему, вообще нет в этих районах, да? Так, не тесно, заботься, не заботься, свои же правила кидают всю защиту, выносит, обесценивая ее. О, да, тут ничего честного нету. Молоко это вода, но, блин, она ни на что не меняется из того, что у меня есть. Нафиг карту. Ну нет смысла мне не лечить, да? А знаете что, порошочки были бы неплохо, да? Но порошочки мы всегда использовали в тему. Ну что, лечим тех, кто под руки попался. Это Ноткин. Ноткина надо лечить. Спичку, в принципе, тоже надо было сразу лечить, да? Не изобретать велосипед. Давайте Ноткина хотя бы спасем. Мы его всю игру спасаем. Сколько можно. Я Ноткина спасаю.
через чудо. Бой не во всем виноваты. Я всегда это говорил. Где Ласка? Где Ласка Ноткин? Она живет в доме Петра Стаматина. А Хан в скорлупе. Спасибо. Окей, Ноткин знает, куда идти. Хорошо. Ноткин кайф. Ну, мы его всю игру спасаем, в конце концов. Да? Так. Мне еще для инквизиции в качестве доказательства панацеи нужна, да? Чтобы город не разбомбили. Потому что бесполезно, что я кого-то там спасал. Ноткин Кент, согласен. Вода там, где домики. Выходим отсюда, идем искать воду. Миссия прямо по курсу. И... вот в этот район. Да? Да, в район направо. Бутылки есть, нужно только воду найти. Наверное, ну, то атмосферно, прикольно, музыка такая классная. Окей, высматриваем бочки. Бочки, 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 бочки. Ты бочка? Ты не бочка. Что хочешь сказать? Детки уехали, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бочка. Бочки. А мне стоит торговать на всякий случай, да? Мне стоит взять хавчик заранее, например. Чтобы потом мы не бегали, не искали хавчик в последний момент. Вот эту штуку одну починил. Было бы... Стоп. У меня шестеренки не хватает, чтобы починить. У меня же шестеренки есть на базе. Чего я с собой... Почему я с собой, блин, чертовы шестеренки не взял? Ну, Биара. Окей, что быстрее, искать бочку или пойти на шестеренку притащить? Товарищ сержант, добрый день. На базе три штуки шестеренки лежат. Окей, знаете что? Немножко читерство, но... пошла эта чума. Ешь мой свинец, чума. Если она будет читерить и кидать заражение в обход правил, тогда мы будем делать вот так. Ага. Ага. Я чума, бла-бла-бла-бла-бла. Тут у нас все заразятся. Это мы знаем, мы уже видели. Тут автозаражение проходит. Мы все видели, сохраняемся еще раз. Ага, 3 часа готовится здесь все. Подожди. Спичка, терпи. Терпи, спичка. Мне нужно сон 3 часа. Мне нужно сон 3 часа, чтобы поставить следующую порцию этих. Еще раз повторяем все и потом сохранимся перед выходом. Это так. Я беру, захожу сюда, забираю обе порции этих. Мы делаем из белой. Давайте два раза из белой, неважно из какой мы крафтим.
Так, так, у меня осталась одна кровь. У меня есть две панацеи, две панацеи готовятся. Я беру с собой шестеренки. Бум. Это все нам, наверное, не нужно. Перст Менху на всякий случай есть. Я снова сохраняюсь. И вот теперь я валю. Бегом, 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 бегом. Быстрее, 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 быстрее. Выбивает дверь с ноги. Я подумал, может мне спичку полечить. Ну, собственно, полечить всех будет супер быстро. Само лечение недолго. Если, ну, пробежаться по городу вот рейсом, я могу очень быстро. Но знаете что, спичку мы в любой момент можем полечить. Я все-таки зайду к Ноткину и дам Ноткину сейчас. Потому что спички мы можем дать лекарство в любой момент. Но все равно домой пойдем. Где, блин, Ноткин живет? Здесь. Да-да, за следующей партией, когда пойдем вправо. Так-так-так. Храниться. Лечить. Изи, Ноткин. Чего надо? Где Ласка, где Хан? Все, инфу про Ласку Хана узнали. Сохраняемся. Попытаться порошок найти. Не найдем мы порошок. Порошок надо было раньше находить. Но, играя просто вот так, порошки получать нереально, играя в первый раз. Порошки, которые дети продают, ну, ты несколько этих порошков в течение квестов получаешь, но мы эти порошки ни разу не тратили в пустоту. Мы все порошки использовали для детей. Сколько у нас было. У Ноткина я проверил, у него у детей нету порошков. Так, вот, вот эту штуку можно починить. О, отлично. Вода. Изи, изи. 6 бутылок с водой. Окей, запоминаем, где у нас починенная колонка. Здесь. Метка поставлена. Готово. Я видел нутро уклада. Я знаю теперь, как коснуться раскольников, убедить их вернуться обратно. Лечить в инквизицию идти, вы думаете? Ну, там не показывает ни... Аглая Челил. А может быть, надо было собирать порошки до конца игры и лечить подручными средствами, чтобы сейчас вылечить тех, кто очень важен. Мы порошками лечили тех, кто очень важен. Только тех, кто важен. Фишка в том, что каждый раз, даже когда ты используешь подручное средство, точнее, когда ты не используешь порошок и подручное средство, у тебя кидается кубик. Ну, зная заранее, вообще можно много чего сделать, да? Hindsight этот 2020. Типа, когда назад смотришь, ты сразу сотка зрения. Ты не можешь заранее знать. Мы порошки ни разу плохо не использовали. Мы их все использовали на подопечных. Только на ребят их применяли, и все. Сразу я бочку нашел, естественно. Кто бы сомневался. Каким-то рандомным чувакам мы не давали порошков. А порошков насобирать, закупить, это нужно знать заранее игру, нужно знать экономику, нужно знать, какие товары нужны детям, которые эти порошки продают. Потому что если найти ребенка, ну вот они на таких детских площадках спавнятся,
дети с порошками. Он там требует, например, этот порошок 40 обмена. И ребенок принимает в обмен на этот порошок только какие-то там определенные виды товара. Там фундуки, например, и орехи. И тебе нужно заранее десяточек фундуков и орехов накопить для того, чтобы потом обменять. То есть, играя в первый раз, ты этого никак не предположишь. Вообще никак. Ну, да, когда переигрываешь второй раз, там можно, наверное, много разных тактик придумать. Если они вообще имеют смысл и в конце тебе не напишут. А все равно все умерли. Потому что я бы с этой игры... Ну, я бы не стал удивляться, если ты тут спасаешь, потом игра пишет. Нет, все равно. Все равно все померли. Неважно, что ты делал. Мы хорошо играли с порошками. Я не думаю, что мы хоть одну ошибку сделали в лечении. Мы не потеряли ни одного до вот сегодняшнего дня. Из всех, кого мы хотели спасти, мы спасли всех. Что тут все дохлые лежат? Товарищ сержант. Закрыта лавочка. Я врач. Не положено. Нет там больше ничего. Все. Как понимать? Нам доложили четко все. Кто заболел, покойник. Лекарства нет. Выжить нет шансов. Толку в больнице. Только заразу роить. Шансы есть. Лекарства есть. С собой? Врач, говоришь? Да. Там лекарства пустишь? Да фиг я тебе лекарства дам, чувак. Есть не про твою честь. Я думаю, он все равно не пустит.